Добрый день, на связи планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Hyundai Solaris 2016 года в сером цвете с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, мощностью 123 лошадиные силы, а КПП, передний привод, имеются парктроники, автомобиль на хорошей резине, пробег 68 тысяч километров, по салону темный салон, чисто ухоженный, ткань. Имеется подогрев передних сидений, стандартная печка с кондиционером, музыка, мультируль, корректор фар, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Актуальную цену наличия данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.